После уроков десятки школьников направляются в детско-юношескую школу номер один города Кузнецка. Одни состязаются, другие поддерживают своих. Малые Олимпийские игры в разгаре. На этот раз они посвящены 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Это соревнования, которые прославляют здоровый образ жизни. Соревнования, где дети должны показать все, что они умеют, все, к чему стремятся. Есть ребята, которые участвуют в нескольких видах спорта, но в основном это те дети, которые занимаются в секциях, в спортивных школах, в первой и второй. В программу малых Олимпийских игр включены все виды спорта, которые развивают в Кузнецке. К середине апреля определились победители в волейболе, тяжелой атлетике, спортивной гимнастике. Сейчас спортивный зал отдан в распоряжение юных баскетболистов. Скажи, ты давно занимаешься баскетболом? Да, занимаюсь уже 5 лет. Такая командная игра, очень такая напряженная. Вот эти мне она не нравится. Семиклассник Антон Кошелев – самый молодой игрок в сборной гимназии номер один. Однако тренер часто доверяет ему место на площадке вместе со старшими ребятами. В баскетболе этот юношеский коллектив входит в число основных претендентов на победу. В других видах спорта свои фавориты и борьба за призовые места в общекомандном зачете ожидается напряженной. В программе игр еще немало интересных спортивных баталий, которые будут идти до конца учебного года.